Всем привет, с вами Prime, и это видео посвящено для тех, кто решил поиграть на таком проекте, как RBBox Россия, либо для тех, кто уже знаком с этим проектом, но не знает его полного функционала. Я постараюсь вам помочь и решить все ваши проблемы, а также ответить на ваши вопросы. Ну что же, начнем. После того, как вы зайдете на сервер и пройдете регистрацию, вам будет доступен личный кабинет, в котором вам начислят бонусные 15 рублей доната, которую вы сможете обменять на игровую валюту в размере 15 тысяч рублей. Так у вас появится финансовый фундамент под ногами. Личный кабинет открывается клавишей F1. Разобравшись с финансовым вопросом при старте игры, вам необходимо будет познакомиться с инвентарем, в котором у вас будет находиться паспорт и трудовая книжка. Теперь про команды вроде PASS можно забыть, так как для передачи документов вам всего-навсего стоит зажать английскую клавишу Q и мышкой перетащить нужный предмет на человека, которому вы хотите его предоставить. Также по этой схеме можно передавать ключи от личного транспорта любому человеку. Не бойтесь, эти ключи считаются временными. Это означает, что после вашего перезахода на сервер они пропадут у человека, которому вы их передали. Для общения с помощью голосового чата вам придется зажимать клавишу Z, русское «Я». Это РП-чат, так что перед тем, как что-либо сказать, 10 раз подумайте. Все как в реальной жизни. Теперь поговорим о телефоне и его функционале. Да, вы не ослышались, в игре присутствует смартфон, который можно вызвать нажатием клавиши P в английской раскладке. В телефоне есть много чего интересного: контакты, сообщения, калькулятор, заметки, эвакуатор и многое другое. С помощью эвакуатора вы можете доставить свой личный транспорт к себе за считанные секунды, заплатив при этом немалую сумму. Как говорится, нечего терять автомобиль, если не хочешь финансовых проблем. Раз уж я заговорил об автомобилях, давайте поговорим о них. Вы сели в автомобиль и не знаете, как его завести. Все очень просто. Зажав клавишу Tab, вам будет представлено меню автомобиля, в котором вы сможете завести его, открыть-закрыть двери, включить-выключить фары, открыть капот и багажник. Взаимодействие идет с помощью мыши. Клавиша Tab – одна из самых главных кнопок, так что не забывайте про нее. После того, как вы ознакомитесь со всеми этими пунктами, вы спокойно можете покорять просторы RP-бокса. Если возникнут какие-то дополнительные вопросы, вы сможете решить их с помощью игрового меню, которое можно вызвать нажатием клавиши F4. Напоследок хочу вас предупредить, в игре нет игрового уровня, который ограничивал вас раньше на других проектах. Что это значит? Да то, что через полчаса игры на сервере вы уже сможете примерить форму госслужащего. Прекрасно, правда? Для установки игры вам всего-навсего нужно скачать лаунчер с официального сайта, который сделает за вас всю работу. Ссылочка будет в описании. Надеюсь, я вам помог. Если все сложится хорошим образом, то я запишу еще один гайд о игре. В чем будет его суть, я пока не решил. Всем спасибо за просмотр. Приятной игры на RPBox.